В дырочке сидит? И он засовывает за лоб. А, он же умереть может, так его вытащить надо. Давайте, сейчас папа залезет. Я помню, в детстве один так умер. Вон, вон он клювик просовывает. А как он туда попал? Вытяжку. Смотри, смотри, клювик, вон, голова. Что, вытащить надо? Да. Он пытается голову просунуть. А если пылесосом? Да. Голову засмеш. А ты сможешь снять эту штуку? Ой, он дерется. Дерется? А что, получается, он сейчас в дом залетит, на край, да? На край, пожалуйста, на край. Вон он. Да. Божечки, кошечки. Миша, на винить. И как я его вытащу? Не знаю. Он пытается сюда выйти. Но да. Он все равно в дом залететь не может. Миша, на вилкой, может, вилкой можно отогнуть. На. Кого? А попробовал, тогда не получилось. А что его так замуровали? Вот куда я знаю. Он сюда пытается выбраться. А можно дырочку порезать, и он выйдет? Можно. Офигеть, ты что делаешь? Ну как? Миш, сейчас у голубя землетрясение будет. Это не голубь, это воробей. Ай, мам, не, пожалуйста, я боюсь. Я не знаю, как. Миша открыл, офигеть. Кто потолок чинить будет? Ой-ой-ой-ой. Закрой голубя, чтобы... Закрой. Вот. Короче, давай мы его... Да. О май гад, я не могу это. Быстрее. Все. Улетел. Так, да. Все, вот он, красавчик наш. Выпускаем. Раз, два, полетел. Или он поломанный? Ой, он не поломанный был, улетел.